Всем привет! Рада вас приветствовать, рада вас видеть, рада, в принципе, что я сегодня наконец-таки нашла время. У меня вчера был супер загруженный день, а сегодня у меня более-менее поспокойнее. Давайте с вами сегодня откроем коробку от компании Faberlic. У меня здесь кое-что заказали, друзья. С заказами Faberlic у меня сейчас очень жесткая загвоздка. Дело в том, что пункт выдачи перестал работать, и теперь доставка у нас есть на Пятерочку, на почту, в СДЭК. И самая дешевая доставка получается 250 рублей. Ввиду того, что скидка 200 рублей, 20% у меня, я сейчас себе мало что покупаю, в основном мама моя что-то себе берет и там несколько знакомых. И получается, что даже со скидкой у меня не окупается вообще заказ. А мне, извините, надо все это потаскать, заказать, привести. У меня разные заказы. Я, в общем-то, пока под вопросом, буду ли я дальше размещать заказы Faberlic. Мне это не очень выгодно. А на почту так вообще больше 300 рублей. Хотя сам заказ у меня вышел на 1995 рублей. Но, я так поняла, зависит от веса коробки. Очень жаль, что пункт закрыли. На пункт выдачи заказ был 100 рублей, либо 150 рублей, плюс там примерка. Можно было померить какую-то одежду, сдать ее. Вопросов не было. Сейчас для меня это вообще неудобно. Причем я сейчас нашла, где я заказываю какие-то для себя выгодные штуки без доставки, в общем. Ну, без оплаты за доставку. Ну, в общем-то, не знаю, может быть, и буду дальше, но это будет, может быть, реже, чем обычно. Пока что как-то так. Хотя вот мне на самом деле очень грустно. Ну, ладно, давайте откроем заказик Faberlic. У меня здесь... Кстати, коробка приходит странно, вот такая коробка. На пункт выдачи они приходили другие. Здесь какая-то она из двух сделана и вот так замотана. Я не знаю, с чем это связано. Раньше у меня были какие-то симпатичные коробки, что ли. Может быть, это вот на Пятерочку так. Даже не знаю, с чем это связано. Как будто бы две коробки взяли и одна на одну надели. А почему закрыли пункт, я даже не знаю. Я написала держателю пункта выдачи, она сказала, да, все, пункт закрыли. Ну, без объяснения. Она мне не написала даже почему. Так, ладно, давайте откроем. Ага, вот так бочком она будет. Короче, какая-то странная коробка. Таких коробок на моей истории еще ни разу не было. Хотя все запаковано нормально, в пакетиках я смотрю. В общем, ко мне теперь это все, если честно... Эта доставка, что повысили цену, так мне, конечно, это не нравится. 250-300 рублей я не готова за это платить. Так, это мама моя, по-моему, себе заказала спрей для очищения стекол и зеркал. Кстати, вот смотрите, как запаковано. Когда я заказывала на пункт выдачи, у нас была, ну, без слюды, поэтому это хорошо. Здесь также сделали, ой, ребят, господи, что это, она так падает. Давайте поставим. У меня, кстати, такое средство еще есть. Как же тебя облокотить? У меня такое средство еще есть. Я не могу сказать, что оно самое лучшее, но как бы есть. Я его, по-моему, еще по стартовой программе набралась. Несколько штук у меня в запасе даже есть. Так, а это у меня заказывает моя подруга. Она заказывает своему ребеночку, точнее, моему крестнику, вот такие кондиционеры-мягчители для белья. Вы уже видели у меня раньше в заказах. Она сказала, ей очень нравится. Вот, в общем-то, скорее всего, из этих кондиционеров мы, наверное, будем дальше продолжать оформлять Faberlic. Ну, не знаю, как дальше пойдет. В общем-то, она их расхвалила. Он индукционными серебра, не имеет яркой отдушечки. Сказала, закажи сразу два. Но сейчас они идут без акции, они, по-моему, по 199 рублей. А бывают по 179 рублей. Поэтому, если вам интересно, ищите, ищите, в общем. Дальше. Так, кондиционер. А, два кондиционера, ребят, вот они, два кондиционера. А вот этот гель, это заказала моя мама. Да, это для белья детского, но мама моя, как бы, у нее чувствительная кожа, есть аллергия, поэтому она себе заказала гель-концентрат для стирки детского белья, также 0+. По-моему, их тоже было два. Там при покупке двух была хорошая цена. Вот, мама моя такие средства берет лично для себя. Мне нравится упаковка вот с таким мишкой, очень даже здорово. Вы знаете, заказ не очень-то и большой, и вот эта доставка, конечно... Ну, вообще, как бы не очень интересно. Дальше, мыло для кухни. Мой постоянный клиент берет с апельсином. Пряный сладкий апельсин. У меня сейчас в использовании стоит мыло для кухни с любимым моим ароматом яблока. Я его очень люблю. Ну, кстати, мыло хорошее. Действительно, вот запахи всякие лишние убирают. Так, еще у нас идет нежное алоэ в заказе. Это, наверное,
тоже мяту себе заказала. И клиентка взяла с ароматом орхидеи. Кстати, эти мыло можно использовать не только на кухне, но и в ванне, и в принципе, как жидкое мыло для рук. Так, еще у меня также моя девушка, постоянная клиентка, она вот такой освежитель воздуха взяла. Спрей без пропилентов, для аллергиков хорошо подходят, они без спирта, они на водной основе, они хорошо осаживают пыль. Вот спрейчики, кстати, неплохие, мне очень нравятся, у меня их много разных. У меня сейчас есть для животных, есть для освежения, в общем-то там... В общем, он не просто какой-то освежитель идет, а для чего-то там еще. У меня их несколько. Я с удовольствием пользуюсь и, в принципе, вам могу посоветовать. Апельсин, корица. Я помню еще времена, когда они были большие. Сейчас их уменьшили в объеме. Так, ребят, ну тут, в принципе-то, весь заказ уже подходит к концу. Это тоже клиентка у меня взяла кондиционер, та же, что и для деток берет уже для себя, с ароматом органы. Кондиционеры, они концентрированные, и их хватает совсем чуть-чуть, чтобы у вас был аромат. Действительно, сначала они пахнут резко, но концентрат разбавляется при полоскании и оставляет приятный аромат на одежде, на шторах, и действительно слышится несколько дней. Это очень даже хороший кондиционер, сама всегда пользовалась раньше, брала, покупала. Себе в запасе взяла вот такую интимочку, афродизиак для чувствительной кожи. Здесь у нас одушка такая приятненькая была, там можно было взять белую упаковку и розовую. Да, приятненькая такая одушка, здесь сколько? 200 мл и приятная была цена, где-то 179 рублей. Так. Ну, мама моя любит вот такие бальзамчики с SPF, почти в каждом заказике. И я кинула вот такую щетку, пусть будет себе, либо в запас куда-то по 99 рублей. Силиконовые, здесь такие зубчики. Так, ну вообще, это, в принципе, весь заказ, но мы сейчас с вами поговорим про новиночку. У меня есть пробник новой парфюмерной воды. Так, у нас новый каталог, я посмотрела онлайн, обновили линейку для рук. Здесь есть пилинг, есть скраб и хороший очень кремчик был, жидкие перчатки. Ну, прикольно, стартовая программа. И здесь новый аромат выходит, меня он заинтересовал. Сейчас я хочу найти его здесь. Там была нотка заявлена, интересно, айвы, по-моему, фиалочка. И что-то там было еще. Ну, конечно, эта доставка 300-350 рублей меня просто убила наповал. Девчонки, где новая вода? Я ее не вижу. Ой, господи. Ну, как всегда. Который сейчас каталог действует, она изображена на первых страницах. А вот уже следующий каталог, смотрите, куда-то эту воду убрали. И здесь ее не видно. Там очень красивый флакончик, такой белый. Сверху розовое такое колечко. Ну, ребят, ну серьезно, почему аромат куда-то скрыли, куда-то вглубь каталога? Я его не вижу. Вот. Вот он, Прима. Называется он, сейчас мы посмотрим, как он называется. Прима Бацио. Вот этот аромат. Здесь красивое описание. Фиалка, цветок османтуса, айва. Айва редкий такой компонент в парфюмерии. Мне очень нравится с айвой. Здесь аромат инкогнито. Он у меня есть в тридцаточке. Очень своеобразный аромат, который не все любят, но мне он очень-очень нравится. Здесь написано, что нежная, как первый поцелуй фиалка, сладкая, как трепет первой влюбленности, десертная груша, мягкий, как девичьи объятия, переливы османтуса, сливы и айвы, мускусно-амбровый шлейф, как светлые воспоминания о зарождении чувств. Угу. Фруктовый цветочный аромат. Здорово. Такое, смотрите, какое классное оформление. Ну что, у меня есть пробничек. Пробнички приходят в такой коробке. Пробник можно заказать, по-моему, за 40 рублей я его заказала. Вот так он выглядит. К сожалению, намазиком. Но ничего страшного, мы уже привыкли. У меня сейчас Эйвен такие приходили. Ой, чувствую, что-то такое кисленькое, свеженькое. Уже игрушка пошла и фруктики. Так, ребят, ну что, давайте попробуем. Ой, такой тонкий. Ой, какой красивый. Я себе прям аж захотела. Классный. Он такой девчачий. Такой нежный, весенний какой-то. Такие тонкие нотки. Нежная фиалочка. Нежные фруктики. Ой, слушайте, мне так понравилось. Слушайте, классный. Но, к сожалению, я его теряю. Наверняка он будет не очень стойкий, но аромат прикольный. 799 рублей сейчас стоит в каталоге. Нежнятина. Прям вот так хочу сейчас политься.
Ой, как в нем хорошо. Такой милый, как моя кофточка розовая, правда. Класс. Для девочек, для женщин, для тех, кто любит женственные, легкие такие ароматы. Ой, старт очень красивый. Какие-то сочные фрукты, там груша, да, османтус. Ой, ой, как мне в нем красиво. Прям прекрасный. Прекрасный девчачий аромат. Единственное, что я сомневаюсь по поводу стойкости и шлейфа. Мне кажется, он будет очень-очень легкий. И он будет быстро сходить. Я хотела спросить, кто знает, если вы консультанты Faberlic, подскажите мне, пожалуйста, куда пропала вода новая с комплексом Дзен. Как она называлась, я забыла, которая была упаковка как под Армани с камушком зеленым. Я ее себе так и не заказала. Я хотела себе тот аромат, мне очень понравился. И, кстати, в этом каталоге он уже 1000, поэтому успевайте брать сейчас. А с 21 августа цена подорожает. Слушайте, аромат мне понравился. Очень легкий. А вот сейчас уже прошли фруктовые нотки, и он уже стал именно прям пудровым. То есть старт фруктовый такой прошел. И такая спокойная, легкая, спокойная такое. Ну, такая цветочная пудра. Ой, как жаль. Мне так понравился старт в этом аромате. Старт цепляет прям сразу. Ой, какой красивый. Верха прекрасные. Ну, тут будет какой у нас мускусный, да? Мускусно-амбровый шлейф. Очень приятный аромат. Но, к сожалению, я думаю, что он будет нестойкий. И да, девчонки, здесь еще у нас... Господи. Я что-то хотела сказать, из головы вылетело. Ладно. В общем, напишите мне, кто знает про аромат, который я вас спрашивала, потому что мне он очень понравился. Мне бы хотелось бы себе приобрести его. Но смотрю, из каталога в каталог его нет. Его что, сняли, что ли? Он что, походу, один каталог только был? Так. На этом мой заказик будет окончен. Мне водичка новая понравилась, фруктовая, очень приятная. Аромат нежнейший, такой действительно какой-то влюбленности, такой легкий. Ну, знаете, очень быстро верха сошли, и чувствуется просто какая-то такая фиалковая пудровость. И все. Вообще все. Я его потеряла, потеряла, потеряла. Напишите, как вам, если вы знакомы с этим ароматиком. А как он вам понравился или нет? Ну все, вот такая сегодня у меня была распаковка. Я вас всех обнимаю. Всем пока, до скорых встреч.